Ну, зачем людям космос? Затем, что люди чем-то отличаются от прочих животин. Собаки, кошки, медведи. О космосе не думают. Им спариться, пожрать и помереть. Люди отличаются тем, что хотят в космос. Поэтому вопрос бессмысленный. Поскольку люди, если считать, что люди от прочих скотов чем-то отличаются, то космос им нужен. Если считать, что ничем не отличаются, то не нужен. Нужно ли России в этом участвовать? Ну, желательно. Вообще-то говоря, Россия была, по крайней мере, величайшей космической державой. Другое дело, что когда в 2013 году говорят про 2020 год, то я в это так же не верю, как в болтовню про план 2020, там, путинский какой-то и так далее. По-моему, это обычное очковтирательство и завиральные идеи, но если бы не было очковтирательства и завиральных идей, то вообще бы ничего не было. Поэтому сначала надо себя разогреть, напиарить, наврать, потом, глядишь, не к 20-му, а к 30-му, не на Марс, а на Луну, не 8 человек, а 1,5 человека, не американцы, а индонезийцы, но что-то будет.